Добрый день, дорогие друзья! С вами Кирилл Штыбин, это магазин итальянских инструментов Баян Про. Сегодня обсуждаем и тестируем готово-выборный баян от итальянского производителя Mengoscini. А модель называется 47C2 конвертер. Поехали! Итак, данная модель особенно популярна у нас у детских музыкальных школ, у школ искусств, в дополнительном образовании и предназначена для обучения прежде всего детей игре на баяне. Инструмент достаточно компактный по габаритам, весит он всего 8 кг, что, согласитесь, достойный результат для готово-выборной системы инструмента. В правой руке у нас два голоса, и оба этих голоса выведены наверх на подбородочные регистры. Первый голос и второй голос, а также одновременно звучание двух голосов. Давайте послушаем. Как вы, наверное, услышали, два голоса этих звучат в октаву. Фагот и средний голос. Также есть вариант этой же модели, когда два голоса могут звучать в унисон. Так она тоже может изготавливаться. По умолчанию всегда 5 рядов в правой руке. Диапазон 47 нот, от ноты ми до ноты ре. И с учетом двух дополнительных рядов 77 кнопок. Давайте еще поиграем. Так звучит у нас правая рука, ну а что в левой? Сейчас я играл на готовой системе басов. Бас тут четырехголосный, стандартно два ряда басы и четыре ряда аккорды. Всего 96 кнопок. Я играл на четырехголосе, но вот тут вы видите три регистра, нажаты четырехголосе, но возможны другие варианты. Например, этот регистр звучат верхние частоты. Низ убран. И наоборот, можно оставить только низ. Ну и
самое используемое, это, конечно, четырехголосие. Ну и, конечно, главный регистр – это переключатель с готовой системы на выборную. Также двуголосная выборка от фа диез баса до ля. То есть три полные октавы и еще немного. Также двуголосная, как я сказал, и вот эти три регистра, которые взаимодействуют с басом на выборной клавиатуре, также взаимодействуют с выборной системой. Ну, например, можно включить нижний голос. А можно включить верхний. Давайте на выборке еще поиграем. Так звучит выборная система. Ну и в целом, наверное, это все, что я хотел рассказать вам об этом инструменте. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите обзоры других инструментов. А также звоните в магазин Баян.Про и задавайте интересующие вас вопросы. На этом все. С вами был Кирилл Штыбин. Еще увидимся!